Уже с самого утра Вятка Экспо было не протолкнуться. На выставку «Праздник урожая» приехали садоводы-любители и профессиональные фермеры. Одни хвастали своим урожаем, другие только успевали удивляться. Как они растут-то, все упадут ли? Они не гибриды, да? Нет. Из гибридов не уже получается. Купишь, и на несколько лет, вот лет 5, все одни семена сама делаю. Своих гигантов Тамара Берникова вырастила на 6 сотках. Продает только поштучно, на семена. Ее личный рекорд – томат весом 700 граммов. Уверяет, никакой химии, только натуральные удобрения. Почему большие такие, а у нас не растет? Тут, наверное, навоз надо. Конечно, навоз. А сейчас навоз 3000. Вот вы бы зашли к нам в теплицу, и вы бы удивили, что на такой высоте все висит, сверху донизу вот такие кисти висят. Все красное. А вот Галина Владимирова весь свой урожай пустила на букеты и композиции. В ее флористическом обществе правило. Самые лучшие овощи первым делом не пробуют, из них творят. А после выставки, если достоят, можно и на стол. Ну такой лук мы же не выбросим, правда? Все равно съедим. Те, кто вдохновился достижениями садоводов, могли купить здесь семена, саженцы, инвентарь и удобрения, чтобы потом устанавливать на грядках свои рекорды. Александра Татаринова, Алексей Стахеев, Бюро новостей, Давича.